Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Стали чем? Перед морем. И что получилось? И все, впереди море, сзади фараон со своим войском. И Аллах, как мы сказали, что сделал? Раздвинул море. Море. А когда проходил фараон со своими войсками, то они, что потом море захлопнулось, и утонули фараон со своим войском. И это был очень важный день. И с тех пор народ Мусы отмечал этот день. Отмечал этот день. Как они отмечали? Они постились. И этот день они назвали день... Постились, да. Не кушали, да. Этот день они называли день Ашура. Это именно сегодняшний день. Это вот как вот сегодня. Уже Рамадан начался? Нет, поститься не только в Рамадан же надо. Да, сегодня желательно поститься. И вот прошло много времени, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал хиджру, куда он, в какой город он переехал? Из... Где он жил? Где он родился? Мухаммад, салям. В Египет. И куда переехал? Нет. Нет, из Мекки куда он переехал? В Медину. И когда он переехал в Медину, он увидел, что кто-то постится из народов Мусы. И он спросил, а почему вы сегодня поститесь? Они сказали, это сегодняшний день, когда пророк Муса, алейхиссалям, спасся от кого? От фараона. И тогда пророк Мухаммад сам сказал, я больше имею прав на Мусу. То есть, что он имел в виду? Я больше иду по тому пути, по которому был Муса. И я больше вас должен что? Поститься. И с тех пор мусульмане, не обязаны, но им очень желательно что? Поститься в этот день. День, когда... Аллах кого спас? Какого пророка? Мусу. От кого? От фараона. И пророк Мухаммад сам сказал, так, но вы должны поститься не только в этот день, но еще или за день до этого, или за день после. И тот, кто будет поститься в этот день, тому Аллах прощает грехи и дает большую награду. Правильно. И поэтому сегодня как называется? Что еще раз за день? День Ашура.